До 1 февраля 11-классники и до 1 марта 9-классники должны определиться, какие экзамены сдать в конце учебного года. Следовательно, в какой вуз, колледж или техникум поступать. Поможет ребятам с выбором профориентационная выставка «Наука, образование, карьера». Она открылась сегодня в Архангельском доме молодежи. 40 тысяч. Именно столько профессий есть в мире сегодня. В этом огромном списке 11-классник 23-й школы Ренат Шукюров уже нашел свою. Он мечтает стать психологом. К выбору специальности юноша подошел основательно. Я определялся с 7 класса. Я вот изучал книги многие о финансовой грамотности или что популярно на данный момент, что вот человечеству будет всю жизнь актуально. Медицина, строительство и экономика. О разных профессиях будущим абитуриентам рассказали на 23-й выставке «Наука, образование, карьера». На одной площадке представители всех учебных заведений региона стараются заинтересовать потенциальных студентов. Очень много предприятий, которые нуждаются в специалистах, имеющих профиль подготовки именно нашего вуза, арктического вуза. Северодвинский филиал «Севмаш-ТУЗ» готовит специалистов для работы на заводе. Специалисты, которые работают в условиях Крайнего Севера, например, строительные специальности. В выставке участвуют и представители вузов соседних регионов – Вологды и Санкт-Петербурга. Университеты северной столицы особенно популярны. Делегация Петербургского университета промышленных технологий и дизайна объясняет, почему. По результатам мониторинга Миноборнауки, который проводится ежегодно, у нас всегда выше порога всех показателей, которые ставит Миноборнауки. Таких вузов в Питере всегда, вузов 5 или 6. Всегда есть такой момент, как трудоустройство, поэтому у нас всегда трудоустройство более 90% от всех количества выпускников. Поэтому наши ребята пользуются спросом действительно. Учеба в вузе престижна, но вот стоит ли поступать туда сразу? Качественное образование могут дать колледжи и техникумы. Наши выпускники могут дальше получать высшее образование в нашем головном предприятии Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени профессора Михаила Александровича Бондюбревича. Причем, если они будут продолжать в том же направлении свое обучение, то они будут учиться на год меньше. Нужно очень много знать информации о профессиях, то есть читать профессиограммы в первую очередь, то есть чем занимается тот или иной специалист, да, какие у него обязанности, чтобы школьнику, гражданину действительно было каждый день заниматься вот этим, хотелось каждый день на работу ходить. Выставка «Наука, образование, карьера» будет работать в Доме молодежи до 23 января. Михаил Меньшенин, Ольга Красулина, Регион 29.